Всем привет, мои уважаемые подписчики, вот и залетает новый видеоролик. И в этом видеоролике мы пойдем грабить казино. Если ты хочешь играть с нами на проекте, переходи по ссылке в описании, скачивай лаунчер и заходи в игру. А для комфортной игры тебе нужен самый лучший промокод. Чтобы его ввести, тебе нужно нажать на F10, нажать на шестеренку, нажать на промокод, ввести вот этот промокод Трунов, он будет в описании. Также зайти в подарки, забрать випку на 10 дней и 12 500 долларов тебе будет капать до 5 уровня, а также X2 опыта. Это X2 пособия. Хочу вам сказать, что казино не является способом заработка, это всего лишь развлечение. Никогда не ходите играть на последние деньги, ведь вы можете слить все. А если ты хочешь поиграть со мной в казино, переходи по ссылке в описании в группу ВКонтакте. Также ВКонтакте есть мой Телеграм, там мы общаемся. И также подписывайся на мой Дискорд, он тоже есть в описании. Братва, не забываем ставить лайки под этим видеороликом. Также подписываемся на канал. Наша цель — это 9000 подписчиков. Также пишем свои топовые комментарии, ставим колокольчики, ведь я стримлю практически каждый день. А всем, кто кушает, приятного аппетита и всем приятного просмотра. Что-то посадки любишь играть? Да. Вот, 32 упало нахуй. Ну что, надо 4 числа, 5 чисел подряд угадать. У меня знакомый тоже 10 лямов на контах, 10 в казино давно проебал. И недавно поставил 10 на число и выиграл. Вот, залетела одна. Слава спец. Вот. Не вы? Не, это не я. Нет? А вы, ну слышу по голосу. Ваши стримы всегда смотрю. Стой! Чё? А, что, серьёзно? Ну ты чё, не узнал меня, что ли? Так я пример... Има, неплохо. Сделай по 1500. Поставь на 18. На 34. И поставь на 9. Тринадцать дашь или двойку? Выдай 13, пожалуйста. О, нормально. О, нихуя себе. Зашло. Одно зашло. Ставь на 10, на 11. И на 2-0. 10, 11, 2-0. Десяточка нахуй, да? Еще плюс 5 миллионов. Охуеть. Ебать ты, бля, конечно, это волшебный, блядь. На 2-0 поставь. Да, если бы на 4000 зашло, было бы прикольно. 108 000. 108 косарей. Это того у нас получается 10 260 000 косарей. 18 поставь. А, я уже готов. Проебать бабло, да? Да. На 13. И на 2-0. Чё, мы сейчас 4 раза подряд угадаем? Значит, будем еще ходить, а не угадаем. На этом остановимся. Вот они опять начались, эти 22-24.
поставь на 10, на двойку и на 20. Двадцать, сука! Дай! Двойка. Так, один раз есть. 28 Окей. Ставь. 20. И четверку. Вот все, что оно, сука, забрало, надо вернуть назад. Блять, шестерка, сука, маленько обознался. На восьмерку поставь. На 33 и на 17. Так мы забрали уже в плюсе. Да нихуя мы не в плюсе, нету. Да-да. Это не считается. О-о-о. Вообще шикарно. Все как обычно, блядь. Хоть бы зашло, хоть бы зашло, хоть бы зашло, хоть бы зашло. Хоть бы зашло. Хоть бы зашло. Нет. Хуй. 11. Ну, рядышком было, блядь. Поставь на четверку. На, так. На 13. И на 26. Ну, давай еще. Еще одну нам закрути. Не выебывайся. Давай, пошла. Блять, 34. Нахуй она вообще выпала, блять. Еще раз на 34 поставь. Так. Поставь на 23. И поставь на девятку. Блять, верю в это. Верю в эти числа, что они сейчас выпадут. Казино верить нельзя. 12, сука. Вот рядом, все рядом, блядь, дает. Хуета, блядь. Но она типа 19 должна была дать, по сути, если 34 на число вперед. Ставь 36, девятку. Сделай 4000 ставку. Поставь на 16. Ой, сейчас 4000 зайдут. Да, и поеду на работу. Счастливым еблом. Блять, нет, это 3. Блять, это 34. Я тебя в рот ебал, казино, блять. Залупа. Ставь на 11. Ну, сейчас лимит, походу, будет, блять. На 11, так. На 12 поставь. И на 2 нуля. Быстро лимит-то, рано еще. Да не, он, считай, вот будет, когда 70 тысяч где-то. Блядь, зайду. Это 23, сука. Ну чё за хуйня, блядь? Чё за хуйня? Так, на 32 поставь. А, 1000 сделай. Уже поздняк надо. На 16 поставь. Все. Ну, мы вышли из минуса почти что. Из всего общего нашего подъема денег. Блять, это заебись, то хотя бы, блять, сколько? Плюс 1,8, нахуй.